вы знаете, что у нас благоустраивают эту территорию, вы правильно совершенно говорите. Проходя по скверу, мы упираемся и вот в этот ряд объектов торговли. И, в принципе, весь сквер от Мирного переулка до улицы Рахова по улице Вавилова, так называемая территория, там касса РАФО, как мы привыкли называть. Объекты, которые установлены конца 90-х, начало 2000-х годов. И на сегодняшний день те собственники, которые обладают этими павильонами и ларьками, не меняются ни в сознании, ни в поступках. Вот как они установили, они все же ржавые, полуразваленные, стоят стеной с решениями судов прошлых лет, поэтому муниципалитет принял решение через судебное решение вернуться к этому вопросу о сносе этих павильонов путем выкупа, потому что мы считаем, что здесь удобнее и правильнее сделать больше парковочные карманы, расширить тротуары, благоустроить этот сквер с выходом на сквер Рахова. Это тогда будет 8-километровая зона, которую, правильно вы говорите, сейчас это Сбербанку надо перейти, там тротуар. А по логике, по пути исследования прямо, чтобы не было никаких препятствий, была такая же благоустроенная территория. Люди на компромисс не идут, требуют, значит, большие средства. Мы считаем, это того не стоит, это неправильно. Поэтому мы считаем, что это на сегодняшний день выглядит просто, если по понятиям, как захват территории общегородской. Поэтому все надо привести в соответствие для всех горожан и гостей нашего города. Мы этим занимаемся, подали в суды. Какое-то время это займет, но мы пойдем по такому пути. У нас это базар, который занял целый проезд и улицу, где железнодорожный вокзал, от вокзала на улицу Аткарская, на Вашино, Третья дачная, стадион «Волга». У нас таких примерно с десяток территорий, которые вот поставили вот эти объекты, ракушки металлические, и которые уже не вписываются, занимают пространство. Да, и надо сказать, это все-таки продолжение Мирного переулка, и мы подходим к этому, к дому Табакова, тут все должно закольцеваться. Они пользу приносят, но это тем не менее качественные, натуральные, понимаете? Поэтому приоритетно центральную часть, вот Михаил Александрович задачу поставил сейчас, через судебные процедуры, через изъятие аренд, права на аренду земли. Здесь рядом полиция, она говорит, красиво, право так и есть. Земля и муниципального образования сегодня. Но самое главное, не выдавать вновь. Но это уже не вписываются ни во что такие строения сегодня. Да? Самое главное, не выдавать вновь. У нас достаточно сегодня уже всевозможной торговли. А если что-то и образовывать надо, то есть какая-то концепция. Совместно со всей архитектурой города сегодня она должна вписываться, если решение такое будет приниматься. Я, знаете, как часто говорю, что Европа завидовала, понимаете? Да. Не мы, а чтобы у нас флаг был, понимаете, на высшем уровне. Поэтому сегодня затрачиваем большие деньги. Да, мы это не то, что большие, это космические деньги. Именно так, абсолютно вы правильно говорите. А чем она лучше, Европа? Абсолютно должны построить вот, так. Вот у меня есть много знакомых, они говорят, быть там, у них дома там прикупили, там скучно, понимаете? Идем дальше, там у них ковид.